Это было хорошее время, но... ...25 лет возглавлял компанию, это достаточно большой срок и... Водички. Это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс. И все-таки я основал эту компанию, но время идет и ничего не вечно. Я не должен стоять поперек этого процесса. Если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Я думаю, что группа ВТБ, имея такой опыт, сделает все, чтобы компания дальше развивалась. Дальше она пойдет без меня, но я думаю, что мы сделали достаточно много, и это уже время, которое для меня все равно было очень интересно.